Итак, сегодня будем делать растяжку для масленицы в Фотопии, Photoshop Online. Создадим новый файл. Нам нужен формат А4, это печать А4, и создать. Вот у нас получился такой белый лист бумаги. Теперь нарисуем. Нам нужен флажок. Но я хочу сделать тут закругление. Поэтому нам нужен эллипс, ну или круг. Если удерживать клавишу Shift, то круг будет ровный. Теперь нам нужен из этой же менюшки прямоугольник. Глаз почти алмаз. Значит, теперь их вдвоем выделим. Форма и форма вот здесь сбоку, там где у нас слои, и нажмем Ctrl-E, у нас останется вот эта форма. Теперь мы можем ее увеличить на весь листик. Редактирование, свободное трансформирование, Alt, Ctrl, T можно нажимать. Ну вот, можно растянуть, чтобы у нас флажок больше места занимал. Ну, в принципе, надо было, конечно, Shift держать, чтобы у нас пропорционально было. Так, теперь я хочу залить его вот такой заливкой. Для этого нам нужно скачать вот этот файлик и открыть его здесь. Файл открыть. Я с рабочего с листа открою. Так, теперь нам нужно сделать так. Редактирование, определить новый и шаблон. И у нас вот этот рисуночек добавлен в шаблоны. Так, теперь возвращаемся сюда. И нам нужно сделать заливку этим шаблоном. Выбираем слой. Новый заполняющий слой заливки узором. И вот здесь шаблон. Выбираем шаблон, который мы добавили. Вот. И теперь сделаем так. Правой кнопкой щелкнем и выберем растрирование. То есть из фигуры превратим это в точки, в пиксели. И теперь правой кнопкой щелкаем и маска отсечения. И у нас появился вот заполненный этим узором объект. Теперь выделим эти оба слоя и нажмем Ctrl-E, чтобы их объединить. Теперь я хочу, ну, символ масленицы солнца, да, то есть я хочу нарисовать вот здесь солнышко и внутри него букву М. А здесь у нас есть, ну, буква М, ну, масленица написать, да, то есть у нас много листов будет. Здесь у нас есть произвольная фигура. И вот тут форма. И поищем то, что у нас напоминает солнышко. Ну вот, мне вот это нравится. И держа Shift, я это вот нарисовала. Здесь можно было выбрать, конечно, цвет, да, но можно и, в принципе, потом поменять. Пусть это у нас будет оранжевого цвета. Вот. И сверху еще кружок хочу сделать. Можно даже увеличить. Редактирование, свободное трансформирование. Держа Shift, увеличим эту фигуру. Так. И теперь, ну, я на всякий случай добавлю новый слой.
А то он тут бывает шалит и фигуру добавляет на тот же слой. Не знаю почему. Так, нам нужен эллипс. И удерживая клавишу Shift, рисуем эллипс. Так. Ну, цвет эллипса этого у нас будет желтый. Окей. Ну, вот такая фигура у нас получилась. Осталось только вписать сюда буквы. Так. И нам нужен шрифт, который, ну, как напоминает славянский. Вот. Как, где его взять? Во-первых, здесь можно поискать, то есть выбрать кириллические шрифты. А если его нет, вот как я загрузила новый шрифт. Вот загрузить. И вот ну, из папочки со шрифтами. А где вообще его взять? Вот я взяла вот этот. Можно взять в группе. По ссылке скачать, установить, ну или не устанавливать себе в систему, а просто добавить в этот онлайн Photoshop. Так, вот у меня он выбран, цвет черный, размер. Теперь как бы можно писать. Ну, я опять новый слой создам, чтобы он не баловался. Так, добавляю. Тут 24, нам надо побольше явно. 300. Масленица. Так, буква М.